поговорим сейчас о драгоценных отношениях. Те, у кого есть собаки, меня поймут. Четвероногие приносят нам множество положительных эмоций, тепло и радость дружбы. А вот еще они могут принести победу. Накануне на заимке прошли гонки на собачьих упряжках «Амурская метель». Традиционные состязания в этом году получили статус официальных. Наши корреспонденты узнали, как участники готовились к стартам. Холод собачий, но участников он не пугает. Даже самые юные выходят на трассу. Олеся Андреюк и ее любимец 200 метров пролетели по снегу, как по маслу. Чтобы так удачно действовать в связке, девочке и псу предстояло подружиться. Сделать это было несложно, ведь хаски любят ласку. И мне нравится с ней тренироваться, чтобы мы победили. У меня очень хорошая собака. Она играется и чуть-чуть прикусывает. Перед тем, как встать на нарты, дети основательно ознакомились с правилами соревнований. Важно, чтобы была хорошая собака. И главное, чтобы она не ела перед отъездом. Кормить собак перед стартом действительно нельзя, а нагрузки их будут ждать «Будь здоров». По заснеженной трассе придется тащить каюра 10 километров. Это стресс для четвероногих. Перед заездом они переживают не меньше, чем люди. Некоторые собаки, например, как у меня Шакира, то есть он копит энергию. То есть он вообще никакую активность не проявляет, когда находится дома в дни отдыха. То есть просто сидит в будке и все. Ну, готов на тренировки выйти на старт и выложиться по полной программе. В соревнованиях под громким названием «Амурская метель» приняли участие 70 спортсменов и 150 собак. В этом году он имеет статус именно открытого первенства и чемпионата Хабаровского края. То есть это уже более высокий статус, более большое количество гостей и участников. Мы подготовили большую километровую трассу. Статус открытого чемпионата Хабаровского края дает участникам соревнований возможность получить спортивный разряд. В основном на звание претендуют владельцы хаски, однако участвуют в гонках не только ездовые собаки. Подойдет любая, которая в состоянии тащить упряжку. Ну, мы с ней занимались 6 месяцев, бегом специальным. С 10 месяцев она у нас в упряжке бегала. То есть, в принципе, на 10 километров ей тяжело, что она пониже. А на 5 километров, на прошлых соревнованиях, на городских, она участвовала в полноценной упряжке с хасками. Ездовый спорт в Хабаровске становится популярнее. Соревнования в краевом центре проходят все чаще. Следующие состоятся 7 февраля. Юлия Рябцева, Павел Игушин, Илья Цапов для программы «Настоящее время».